Сижу, смотрю на огород так. И понимаю, прополоть надо. Давай. Но вспоминаю еще одно слово. Нахуй. И оно так... Запомните этот момент. Так хорошо сочетается. Нахуй надо. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Для чего я вам показал, ребята, этот ролик? Да? Почему у чаечек вот именно при слове «на» буй, да, она сразу стала раком? Я не знаю, то ли она машинально это сделана, то ли в подсознании у нее это заложено, то ли она этого хочет, да, вот она нахуй, сразу в позу, да, почему вот так вот? Это типа такой тонкий намек на толстые обстоятельства, такой завуалированный, да, ребята, берите на заметку, кому нужен, пишите мне в личку, я вам дам ее тикток.